как работали разведчики, не шпионы, разведчики советские в тылу врага, имеется в виду у немцев, и много ли было среди них евреев? Окей, и у немцев, и у американцев, и у всех у других. И у англичан. И у англичан, несомненно. По тем данным, которые я имею, и в одной из передач, записанной на Eton TV, я приводил, так сказать, данные об участии, количестве сотрудников иностранных резидентур евреев по национальности. Я думаю, что это и сейчас бежит, есть немало людей, которые ее видели. Ну, скажем так, если возьмем 10 резидентур основных, 9 резидентур возглавлялись евреями. Я даже не важно, где они были, в Швейцарии, в Германии, в Америке или в Англии, потому что в годы войны работали хорошо. И что самое главное, работали бесплатно, работали за идею. То, что не происходит, так сказать, сегодня.